Всем привет, с вами Виктория. И сейчас я покажу, как добавить к себе чужой плейлист. Он будет у вас находиться в разделе «Сохраненные плейлисты». То есть, если вы хотите со своего другого канала или с канала другого человека добавить какой-нибудь плейлист, вот в таком виде, как он есть, вам необходимо зайти в этот плейлист и нажать на вот этот плюсик. Нажимаем на плюсик. Появляется галочка, и вот тут написано «Сохранено в плейлисте», в плейлистах. Заходим к себе на канал, обновляем страничку. Так, вот он появился, домашнее видео. Да. Значит, но если вы хотите, чтобы он был доступен для всех, вот эти сохраненные плейлисты, обратите внимание, что написано здесь. Потому что, возможно, у вас ограниченный доступ. Потому что в настройках, когда сразу регистрируешь аккаунт в YouTube, там спрашивают. Вот сейчас мы на него нажмем, увидим этот раздел, вот конфиденциальность. Отметки «Нравится» и «Подписки». Не показывать информацию о сохраненных плейлистах, о том, что мне понравилось. Вот здесь, если стоит галочка, то не будет показывать. Если галочки не стоит, то он будет доступен всем. Не показывать информацию о моих подписчиках тоже. То есть вы можете снять или оставить галочку. Нажимаем кнопку «Сохранить». И теперь, если мы обновим страничку, то увидим открытый доступ. Видите, то есть эти плейлисты видны другим пользователям. Конечно же, вы не сможете редактировать эти плейлисты, то есть что-то менять местами, да, или же там менять описание, естественно, вы не сможете. Это плейлист другого человека, который сам решает, в каком порядке быть видео и какое там описание. Если вы хотите изменить порядок, то вы можете просто создать у себя на канале плейлист, назвать его как хотите, и, допустим, заходим на видео, опускаемся ниже, нажимаем кнопочку «Добавить», и нажимаем «Создать новый плейлист». И сюда вписываем название. Я написала «Проба», чтобы потом удалить его. И нажимаем кнопочку «Создать». Все. То есть вот это видео добавлено в мой плейлист. Отсюда можно взять другое видео какое-то выборочно, да, и тоже его добавить вот в плейлист «Проба». Так. И то есть таким образом вы можете любые видео организовывать в плейлисты, чужие видео организовывать у себя на канале в плейлисты. Но, опять-таки повторюсь, вы не сможете изменять название, описание, теги в самих видео. Видео было полезным? Тогда подпишись на канал и поделись этим видео с друзьями.